Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада приветствовать вас в творческой мастерской Елены Стешенко. И сегодня мы поговорим с вами о том, как лучше всего распечатывать схемы. Итак, давайте найдем альбомчик со схемами. Вот здесь у нас есть альбом с бесплатными схемами. И разберем все на примере. Возьмем вот эту схему. Котик на Луне. В этой схеме есть счетная схема, по которой вы сверяете ваше вязание, и еще есть цепочка набора, по которой вы делаете набор бисера. Каждый раз набор делаем от стрелочки. Вот здесь в левом верхнем углу есть стрелочка. Вы делаете набор по столбцам. Сверху вниз и так до самого конца. Итак, мы с вами будем подготавливать файлы для распечатывания. Для начала нам нужно их сохранить. Увеличиваем картиночку. Нажимаем правой кнопкой мыши «Сохранить картинку как». У нас открывается вот здесь вот рабочий стол. Ну, или какое-то другое место, куда вы будете сохранять. Я буду сохранять на рабочий стол. Я уже завела папочку «Котик на Луне». И сохраняю, жму кнопочку «Сохранить». Этот файлик у нас сохранился. Далее разворачиваем файл с цепочкой набора. То же самое. Правой кнопочкой «Сохранить картинку как». Вот здесь у меня уже сохранена, я ее просто заменю. Хотите заменить? Я хочу. У вас этого не будет, вы просто сохраняете. Закрываем. Теперь, для того, чтобы файлики у вас не обрезались, и файлики распечатывались целиком, крупно, мы будем размещать эти файлы на листе Word. Для начала я поправлю ориентацию листа. У меня здесь немножечко не до конца, потому что работает программа. Вот. Я захожу в разметку страницы и выбираю ориентация альбомная. Вот она у меня, ориентация альбомная. Теперь открываю нашу папочку на рабочем столе у меня. Так. Вот, чтобы мне долго не искать, можно в поисковой строке. У меня котик на Луне. На Луне. Он уже нашелся. Вот этот папочка. И мы берем первую картиночку. Вот наш котик на Луне. Вот. Кликаем на нее мышкой, левой кнопкой мыши. И мы можем вот здесь ее увеличить. То есть мы увеличиваем. Вот, ну, чтобы она помещалась. Здесь можно немножечко поля убрать. Вот тут вот линеечка такая. Но так, чтобы не совсем убрать, потому что иначе обрежется у нас. И вот у нас страничка, подготовленная для нашей распечатки. Вот у меня здесь выскочил второй листок. Если у вас не выскочил, нажимаете Enter, он появится. И второй файлик тоже кладем на листочек, переносим на листочек. Вот он у нас. Видите? То есть он у нас альбомной ориентации. Если бы вы его сделали на вертикальный листочек, то он бы распечатался у вас очень мелко. И в этом случае у вас не обрежутся здесь столбики. Некоторые девочки жалуются, что у них принтер обрезает часть схемы, то есть обрезает столбики. И у них набор получается со второго или третьего столбика. Вот, поэтому, чтобы у вас правильно распечатывалось, пользуйтесь вот этим приемом, и все у вас получится. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Елена Стешенко. Творческих вам успехов. Пока-пока.